Вот 17 сентября у нас погодка в Тамане наладилась. О, мотоциклисты даже повыезжали. Их в сезон не было. Водичка чистенькая. Сейчас где-то, по-моему, 32 градуса. Ну, людей добавилось. Ну, выходные. С соседних поселков поприезжали, местные повыходили. Вода, я сегодня мерил, почти 25 градусов. Но я почему-то не рискнул все-таки нырнуть сюда. Это видео, не знаю, сегодня загрузится, не загрузится. Интернет сегодня слабенький. Ну, не сегодня, он обычно слабенький, на Теле2. А на МТСике газ закончили, чтобы быстро закинуть. Водичка чистенькая, вот она вся прозрачная. Медуз практически нету. Совсем мало медуз. С этой стороны тоже вон люди есть. Я надеюсь, что у нас погодка вот так еще продлится. Сентябрь, октябрь еще такая же погодка тепленькая. Даже местами вот стоишь, на солнце выйдет. Ну, из-за туч прям аж жарко становится. Палит очень сильно. Вот так коротенькое видео, до 2 минут сниму, чтобы быстрее закинулось. Чтобы просто вам показать, погода какая, температура воды и воздуха. Может, кто-то надумал приехать в Тамань. Пока можно ехать. Вот, недавно нельзя было, погода была очень плохая. Она была... где-то час или два назад вообще ровненько. Сейчас поднялись такие небольшие волны. В общем, пока время есть, погода наладилась, можете ехать отдыхать. Еще покажу под конец водичку прозрачненькую. Вот она, шикарнейшая вода. Ну и медузу захвачу.